«Грани одиночества». Такое название получил авторский проект фотохудожницы Инны Олев, посвященный самоизоляции на карантине 2020 года. Открытие выставки прошло в галерее «Мирас», которая уже давно работает с фотохудожниками. Да, вы знаете, вот в этом зале именно у нас задумывались такие небольшие камерные фотовыставки. Мы очень любим фотографии. И Инна, она как продолжение этого нашего большого такого романа с фотографией, да, скажем так. Потому что для того, чтобы делать вот такие работы, нужно иметь внутреннюю культуру, во-первых. Нужно любить искусство, нужно понимать искусство, нужно тонко чувствовать. Проект представляет из себя своеобразный дневник ощущений и чувств от пережитого одиночества. Большая часть фотографий – это автопортреты, архитектурные снимки и ботанические зарисовки. Некоторые из них черно-белые и изображают пустые, одинокие пространства. Но иногда на фотографиях появляются и цвета, а вместе с ними и надежда на лучшее. Свои настроения просто я передавала фотографии. Я занималась, я снимала какие-то одинокие пространства, свои автопортреты. Мне было это интересно, и это меня как-то отвлекало от мыслей о том, что мы одни, заперты в пространстве. То есть каждый переживает это по-своему, и вот мои переживания нашли такой выход, такую форму. Черно-белые фотографии и пустые пространства. В своем проекте фотохудожница затронула тему, которая так или иначе коснулась каждого – одиночество во время пандемии 2020 года. Сама художница провела самоизоляцию в Германии, где она сейчас живет и творит. Но открыть свою дебютную выставку для Инны было важно именно в Уфе, в которой она родилась и выросла. И, конечно же, в самом начале я вообще не предполагала, что это будет какой-то проект, и что я приеду сюда, в мой любимый город, в мою самую любимую галерею, и что это будет вот так. В галерее выставлены далеко не все работы фотохудожницы. Большая часть из них все же собрана в одноименной фотокниге. По словам Инны, выделить несколько работ для галереи было сложно, но и свои фавориты у нее тоже есть. Одну я хотела бы выделить. Потому что для меня это лестница в надежду, к надежде. И я хочу подняться по этой лестнице и увидеть что-то неожиданное, прекрасное. Но я не знаю, что я увижу там. Фотовыставка в галерее «Мирас» пройдет до 30 сентября, а стоимость билета на нее составляет 150 рублей. Аня Шушакова, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.